Друзья, всем привет! Сегодня будет обзор на модель Star N8000+, на процессоре MTK6582. Это 4-ядерный процессор и 5,5-дюймовый дисплей смартфона. Вот в такой вот коробке поставляется этот смартфон. Давайте смотреть, что тут у нас в комплектации интересного есть. Значит, из основного интересного есть вот такой вот оригинальный чехол-книжка, который одевается вместо задней крышки смартфона. Вот так вот. Этот чехол имеет специализированный датчик, который тушит экран, чтобы смартфон отображал только время. Очень удобно, и в принципе можно никогда не тушить свой смартфон, не блокировать его вручную. Также есть гарнитура, USB кабель и зарядка. Смартфон Star N8000 – это популярная модель в наше время, потому что эта модель копирует Samsung Note. Были и копии на Samsung Note 1, Note 2, Note 3. Вот эта модель является копией на Note 3. Значит, это 5,5-дюймовый дисплей. Здесь хороший довольно-таки корпус, никаких нареканий у меня не возникает. Есть две сенсорных кнопки – меню и назад. Они подсвечиваются, но очень-очень так незначительно. И есть механическая кнопка домой. Сверху камера. Камера на 1,3 мегапикселя, динамик, датчик приближения, датчик освещения. И также есть датчик движения здесь. Сверху идет разъем под наушники. С этой грани есть у нас качелька громкости вверх-вниз. С этой грани кнопка включения-выключения. Здесь микрофон и USB, микро-USB. Сзади крышка очень такая симпатичная, нигде логотипов никаких нет. Это пластиковая крышка, но в принципе выглядит как будто у нас сзади кожаный смартфон. Камера основная на 8 мегапикселей, есть вспышка, динамик под аккумулятором. Давайте посмотрим, что у нас тут представлено. Под крышкой есть аккумулятор. Аккумулятор, как вы видите, на 3400 мАч. Это фейковая надпись. Но здесь не будет 3400. Я уже снимал даже эту наклейку. Под аккумулятором ничего не написано, поэтому неинтересно показывать. Значит, смартфон имеет слот под microSD карточку, слот стандартный большой под GSM карточку и microSIM. В принципе, больше здесь такого интересного ничего нет. По корпусу нареканий нет, никаких люфтов, крышка садится как влитая, очень классно сидит. Не трещит, не хрустит, не люфтит, конструкция монолитна. Технические характеристики смартфона давайте посмотрим в программке Antutu. Смартфон 4-ядерный, набирает порядка 16-17 тысяч баллов. Итак, 16,687, и теперь можно посмотреть технические характеристики. Здесь 4-ядерный MTK6582, графический ускоритель, хороший для игр, Mali 400 по сравнению с SGX544. Разрешение экрана на 5,5 дюймов здесь невелико, 960x540, но экран смотрится довольно-таки живенько. Гиг оперативной памяти, 4 встроенных, вставлена у меня карточка памяти на 16. Частота процессора 1,3 ГГц. Далее давайте посмотрим датчики, которые есть в этом смартфоне через программку Z-Device Test. Значит, в этом смартфоне есть GPS, кстати, очень классно работает, очень быстро ловит спутники. GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас, требует обновлений, ну давайте будем обновлять. Видно, что Play Market у нас рабочий, все загружается, все на русском языке. Он предустановлен с заводской прошивкой, прошивка вся тоже на русском языке. Ладно, пока Z-Device обновляется, покажу вам количество точек. То количество точек здесь 5 на 5,5 дюймов, это вполне нормально. GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас, датчик приближения, датчик освещения, вспышка, акселерометр, гироскопа здесь нет. И обращаю ваше внимание на то, что здесь также работает OTG кабель. Теперь что касается прошивки. Прошивка здесь заводская. Все на русском языке, так немножко адаптировано под Samsung. Управление жестами устанавливается вот здесь. Его можно включить, можно в галерее, в музыке, в камере и в лаунчере. Действует оно не туда, куда мы его листаем, а просто вот как действие.
То есть оно просто идет вперед всегда. Прошивка нормальная, багов я не заметил, не вылетает приложение, игры, все на русском языке, никаких нареканий с моей стороны быть не может. Теперь что по поводу экрана. 960 на 540 разрешение, яркость в принципе достаточная, очень такой сочный яркий дисплей. Минимальный уровень яркости тоже хороший, то есть можно будет в темной комнате, например, почитать или посмотреть, или поиграть, не давя на глаза. Углы обзора у экрана нормальные. Здесь IPS матрица, но не OGS, то есть воздушная прослойка имеется. Ну и ничего страшного, ведь смартфон бюджетник по цене где-то около $135 в наличии в Украине. Звук внешний довольно-таки громкий. Давайте вам это продемонстрирую. Громкий, чистый, нормальный. Звук в наушниках среднего уровня, и слышно меня через микрофон и через разговорный динамик тоже отлично. То есть, как функция телефона, телефон справляется отлично. Слышно все хорошо. Ни для кого не секрет, что будет воспроизводить смартфон любые форматы фильмов. У меня есть здесь Full HD формат. Естественно, 720p, и меньшего размера все будет загружаться без проблем. Что касается производительности в играх, нареканий тоже у меня нет. Давайте посмотрим основные игрушки. Asphalt 8, Dead Trigger. Только хочу сказать, 960 на 540 и 4-ядерный MTK6582 это оптимальный вариант с оптимальной производительностью, поэтому о глюках каких-либо просто забудьте. В целом с играми смартфон справляется отлично, можно с удовольствием играть в любые современные игрушки, в 3D игры, поэтому все здесь без проблем. Теперь что касается аккумулятора, он здесь на 3400 мАч, он один в комплекте, и давайте смотреть, что у нас по тестам аккумулятора получилось, когда я его тестировал. Значит, тестил я его все как всегда, Antutu Tester 508 баллов, это в принципе средний показатель, нормальный. Для такого размера экрана 5,5 дюймов. Далее я тестил его в режиме воспроизведения видео из YouTube с максимальной яркостью, с громкостью. Естественно, Wi-Fi тоже включен. 2 часа 24 минуты до 15%. И до 15% 1 час 52 минуты в напряжении через игру Apex Citadel, опять же, с максимальной яркостью. Прошу заметить, что диаграмма разряда аккумулятора, она довольно-таки ровненькая. Вот есть небольшой скачок, но здесь нет вот таких вот пропастей, скачков туда-сюда или вообще вот вниз. Это значит, что аккумулятор разряжается постепенно, и калибровка аккумулятора настроена правильно. С GPS-ом я был удивлен. Обычно такого класса устройства не работают так с GPS-ом, как эта модель. Этот смартфон у меня начал ловить спутники желтеньким, даже на расстоянии 3 метров от окна в квартире, то есть в многоэтажном доме. Потом я подошел к окну, и он буквально за пару секунд схватил еще сколько здесь, там 7-8 спутников, и в принципе этого более чем достаточно. То есть другие модели, там ZOP, GIU, порой даже дольше ловят эти все спутники, чем эта модель. А разочарованием для меня в этом смартфоне стала камера. Она здесь основная на 13 мегапикселей, но это интерполяция, видео, запись идет в формате Full HD. Значит, качество видео, качество съемки очень-очень среднее, видео хоть и записывает в формате Full HD, но все какое-то такое неестественное, какая-то, ну видно, что дешевая оптика стоит.
макросъемка, в принципе, более-менее нормальная, но, тем не менее, то есть камера, не знаю, сколько здесь, 5 честных мегапикселей или, может быть, еще ниже. Ну, в общем, фотки, видео выложу в описании. Видео даже не будем в этот раз заливать отдельно в отдельный ролик, потому что там нечего смотреть того качества. Поэтому вот тем, кто хочет посмотреть, какая здесь камера, фото и видео ниже в описании. В принципе, все. Давайте будем подводить итог. Значит, что я держу в руках? Модель называется Star N8000 Plus на процессоре MTK6582. Стоимость его порядка $135. Модель большая, 5,5 дюймов, 960 на 540 разрешение экрана. В комплекте есть очень удобный классный чехол-книжка с магнитным датчиком, который при закрытии тушит экран. И это очень удобно. Какие плюсы имеет этот смартфон? Конечно же, цена, размер, экран меня порадовал, даже несмотря на то, что разрешение 960 на 540. Меня порадовал аккумулятор, меня порадовал GPS. Как работает GPS. Корпус тоже без нареканий, задняя крышка выше всяких похвал. Мне очень нравится самсунговская крышка вот эта вот от Star Note 3, поэтому и эта крышка тоже мне нравится. Из минусов. Минус – это камера. Минус – это то, что все-таки 2014 год уже, и 960 на 540 это все-таки слабенькое разрешение. Можно было в столь бюджетный смартфон поставить HD разрешение 1280 на 720, и в принципе было бы этого более чем достаточно. 960 на 540 маловато. Других каких-то проблем в этом смартфоне не вижу. Единственное, что предупреждаю всех, кто хочет купить эту модель или уже купил. Смартфон этот от производителя Star. Как правило, эти модели, они ближе к вот тем вот ноунеймам, о которых я когда-то говорил в каких-то своих обзорах, которые, может быть, вы видели. То есть качество исполнения, количество брака здесь будет чуточку выше, чем у техники ZOPGU. То есть по надежности будьте к этому готовы. А так, смартфон очень достойный получился. Действительно, он стоит своих $130, и это действительно законно. На этом все, будем заканчивать. Спасибо вам большое за внимание. Подписываемся на канал, там ставим лайки, комментируем. На этом все, спасибо за внимание, всего доброго.